Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр и Ната. Продолжаем играть Assassin's Creed 2 за Эцио Аудиторе де Ференце. Марико запомнил. Да. Я и Альтаира ибн Ла Ахада помню. Хотя много. Память на имена у меня, конечно, очень плохая. Так, это, я так понимаю, точка обзора. Давай, наверное, зайдем сразу уж. Осмотрим местность. Там какой-то значок кузницы, что ли? Не пойму. У него вообще все, что не по работе, отфильтровывается. Только в путь. Так. О-о-о. Смотри-ка, кстати. А что? Здесь синхронизироваться просто на крыше нельзя. Здесь только на балке. Угу. Для большей эпичности? Чтоб такие, как я, просто, да, не портили эпичность. Ну, при таком раскладе нужно еще это сделать, чтобы при просто спуске по стенке ты срывался и разбивался. Ага. Чтоб только с балки прыгать. Альтернативный режим камеры? Это как? Что там было открыть? Чего открыть? Не, ничего, я уже проглядел, не знаю. Ты кто? Нажмите, чтобы покупать. Ремонт, доспехи, оружие, короткое оружие, боеприпасы. Ух ты! Может, в другой раз. Подожди, еще не наковали. Не дают. Там вон нитки какие-то. Ранее. Так, давай посмотрим карту. Я так понимаю, нам вот сюда двигать. Как-то карта странно тормозит, что ли. Ладно, не принципиально. Опа. Там вон красненькая точка. Страж, да? Быстрый шаг. А, здесь нельзя, как монах. Ну, по крайней мере, пока что. Ну, в принципе, логично. Говорить. Доброе утро, отец. Пойдем со мной. Что-то случилось? Думаешь, я слепой и глухой? Я знаю о твоей вчерашней стычке с Вьерипацци. И о визите к Кристине тоже. Твое поведение недопустимо. Ты такой же, каким был я в твоем возрасте. А эти приключения не помешают тебе работать? Нет, отец. Честное слово. Я подготовил несколько документов для Лоренцо Медичи. Их нужно ему доставить. Хорошо, отец. Отнеси их и возвращайся. Нормальный такой папик. Хорошо. Как-то так... Чтобы почитать письма... Ну-ка. Знаешь, у меня вообще такая ассоциация, что ты вообще абсолютно другую игру какую-то играешь. Не что-то из разряда Ассасин, да? Вот после первого. Ну да. Тут вон смотреть снаряжение, ДНК, что-то. Ну ладно, пока в базу данных залезем. Последние записи. Джованни Аудиторе. Год рождения. 1436. Банкир, советник, дворянин. Джованни Аудиторе был одним из самых блестящих банкиров Флоренции 15 века. Он координировал работу отделений банка Медичи по всей Италии, пока Лоренцо занимался политикой. Именно Джованни, занявшись деятельностью банка в других странах, заметил бедственное положение Леонского отделения, предупредил Франческо Сосетти и тем самым спас банк.
Такой талант был должным образом вознагражден. Джованни Аудиторе стал близким другом и советником Лоренцо Медичи, а в 1471 году он успешно провел переговоры с папой Римским, убедив его оказать поддержку банку Медичи. Благодарный Лоренцо подарил Джованни дворец. Хорошо, а... Ого. Так, ну давай по Федерико Аудиторе почитаем тогда уж. Год рождения, 1456. Школьник, дворянин. Федерико – старший брат Эцио и старший ребенок в семье. В 19 лет получил должность клерка в банке Медичи. Однако, судя по всему, он не работал, а бил баклуши. Эта запись сделана в книгах банка Медичи 17 сентября 1475 года, когда была обнаружена пропажа мешка с золотыми флоринами. Когда в банке началась паника, старший аудитор подошел к Франческо Сассетти и с улыбкой сказал, что мешок спрятан на крыше дома. «Если бы Федерико не был сыном Джованни Аудиторе, я бы попросил Лоренцо Медичи заковать его в кандалы». Неудивительно, что Федерико был уволен вскоре после того, как ему исполнилось 20 лет. Круто. Безобразник. Угу. Кристина Веспуччи. Год рождения, 1459. Школьница-дворянка. Кристина Веспуччи была известной флорентийской красавицей, и многие художники, в том числе Боттичелли, рисовали ее портреты. Стражники, нанятые ее отцом, утверждали, что Эцио неоднократно навещал Кристину, но им ни разу не удалось поймать его, так как он был невероятно проворен. Кроме того, Кристина отчасти поспособствовала карьере своего знаменитого кузена, в чью честь позднее был назван один континент. Однажды на званом обеде она завела разговор с Лоренцо Медичи и Манфредо Содерини о том, каким искусным моряком был ее двоюродный брат. Похоже, что ей хотелось произвести впечатление на Лоренцо, и поэтому она слегка преувеличила таланты своего кузена. Очарованный ее красотой, Лоренцо согласился взять его к себе на службу. «Испытай, Америго. Клянусь, через пару лет ты дашь своей компании его имя». Она, конечно, ошиблась, но не намного. Так, хорошо, а где письмо почитать? Документы. От Джованни Аудиторе. Великолепному Лоренцо Медичи, мио протеторе и амико, моему другу и покровителю. Я завершил расследование случая в Милане. Могу подтвердить, что дело не только в том, что народ недоволен правлением герцога Галеаццо Сфорца. Я полагаю, что иные силы, желая извлечь из этого выгоду для себя, тайно управляли событиями. Уверен, что в преступлении виновны Лампуньяни, Альджати и Висконти. Они уже понесли кару за предательство. Но в деле замешаны представители и других семейств, в том числе Франческо Пацци. Их мотивы пока не ясны. Но полученные мною сведения указывают на существование заговора, масштаб которого поразит вас. Нам следует побеседовать об этом лично, так как я не решаюсь изложить свои подозрения на бумаге. Укажите мне место встречи, и я буду ждать вас там. Я приказал Гонфалоньеру задержать Франческо до тех пор, пока мы не разберемся с этим делом. Ваш Джованни. Угу. Ладно. Пойдем. Несем письмо. А вот значок доктора, кстати, горит. А зачем тебе доктор? Лечу все. Не знаю. Вся эта новая мода скоро... Лечить лекарство. О! А вот зачем, видимо. Угу. 5 штук так, можно. 5 штук, то есть... Малая сумка, видимо, есть больше. Принять. Купаю все. Это в том плане, что я не смогу. Я сделал все, что мог. Постарайся, чтобы она не открылась. Времени восстанавливать здоровье, что ли? Не знаю. Посмотрим. И что он делает?
Возможно, есть восстановление. Просто это будет ускоренное, скажем так. Угу. Ну, посмотрим, как оно будет выглядеть. Оп. Я думаю, по крышам будет быстрее. Да, вероятно. Внизу я смотрю, там точек красных. Неплохо так. Пойму, с этой стороны, что ли, стороны. Вот он. Угу. Аккуратно тут он. Точек сколько? Ух ты, ух ты. А они снаружи. А. Вроде. Ну да. Привет. А, Эцио, бен тровато. Как поживаешь? Коме семпре. У меня письмо для мессера Лоренцо. Я дам ему письмо, когда он вернется. Вернется? Они уехали на виллу в Кареджи. И вернутся не раньше, чем послезавтра. Я передам отцу. Все обратно. Ну да. Хоп-хоп. Лазит он тут пловчее так весьма. Оп. Город такой громадный просто. Угу. По крайней мере, выглядит так. Так, давай-ка сюда сначала, по этой крыше. Интересно, он прям вот весь активный? Вот такой вот. Сколько там видно вдалеке? Не уверен, не уверен. Но я думаю, что вот на ту башню можно залезть точно. Но вообще сделано круто. Продолжай работать, Бискеро! Ты напрасно беспокоишься. Франческо Пацци в тюрьме. Опасность миновала. Это кто сказал? Я чего-то тоже не понял. Кто это и что сказал? А это что? Обобрать? Сундуки? Сундучок. Да, смотри-ка, денежка. Так, все-таки кто сказал, что? Дверь вот эта вот? Видимо, там внутри, да. О, орлиное зрение. Давай посмотрим. Здравствуй, сын. Ты помнишь моего друга Уберта? Доброе утро, гонфолоньер Альберти. И вам, молодой человек. Надеюсь, ты доставил письмо? Да, отец. Но, похоже, Лоренцо нет в городе. Этого я не ожидал. Какая разница? Подождешь пару дней. Послушай, тебя искали мать и сестра. Через некоторое время у меня будет к тебе еще просьба. А сейчас помоги им. Ты уверен? Да, а теперь оставь нас. Был рад тебя видеть, отцо. Зазрительный тип. Это кто такой? Ой, сколько на карте всего горит. Ну давай. Звук непонятно откуда идет. Клаудио. Ну, напевает вроде не она. Ладно, давай с ней сначала. Говорите. Эй, Клаудия, как дела? Бене. Что случилось? А, это Дуччо. А в чем дело? Кажется, он мне изменяет. Кто тебе сказал? Девочки. Я думала, они мои подруги. Тебе не стоит дружить с ними. Я его любила. Нет, ты только думала, что любишь. Он поплатится за то, что сделал. Жди меня здесь. Я поговорю с ним.
Хорошо. Пойдем накажем. А вот кто там еще стоял? Уже до все. Этого? Так, да я думаю, мы успеем еще со всеми пообщаться. Не то, что Ориго. Это про тебя, да? Видимо, да. Вот это нормальная реакция, а то... Ой, что он делает? Что он делает? Он, наверное, головой тронулся. Опа! Ух ты! Хотя хп-то... А мы сейчас проверим заодно, восстанавливается или нет. Да-да-да. Только больше не прыгай, хорошо? Еще один кондотьер. Ой, привет. Тут видно, как накапливается. Да. О, все. Все, остыл. О, Дучо! Какое оно красивое! Для тебя только самое лучшее, Аморе Мио. Какая? Ну как же Клаудия? Я думала, ты обручен с ней. Отец сказал, что мне нужна невеста получше. О, Бирбанте! Пойдем, погуляем. О, у меня на уме кое-что другое. О, Дучо. Бирбанте. Я теперь знаю, как тебя буду называть. Эй, ты, свинья! Эцио, друг мой. Ты оскорбляешь мою сестру, разгуливая с этой шлюхой. А о чем ты? Я видел, как ты подарил ей кольцо. Если бы твоя сестрица не дрожала так за свою честь. Ты разбил ей сердце. Ха! А тебе я разобью морду. Ну-ка, что сказал? Но когда доходит до дела... Ха! Ты пожалеешь о том, что открыл рот. Пей! Я мог бы многому научить твою этого сестру. Эту Бирбанту. Ей повезло, что у нее был я. Бастардо! Иди сюда, давай. Баста, не арендо. Держись подальше от моей сестры. Понял. Позор, позор. То все? О, денежку дал. Хорошо. Может его еще раз избить? Теперь вы можете избивать негодяев за вознаграждение. Хорошо, мне нравится. Мне самое главное, ты понимаешь, как это... Моя атмосфера, я сразу так предложила. А вот эта вот ситуация знакома, когда ты вот так вот встаешь. Угу, знакома. Каждый раз я неловко чувствую. Это что тут у нас? Давай залезем. Точка обзора? Да. Кстати, хп не восстанавливается, ну-ка. Бирбант. О, съел лечилку. Ну-ка забудь, быстро. Не могу, но прикольная. Прикольная. Я же не говорю бастарда. Оп. Это хуже. Насколько я понимаю, это ублюдок. О, денежка. Нет? Ну да, я думаю, что ты правильно понимаешь. Поэтому Бирбанта лучше. Я не уверен, что намного лучше. Шалунишка? Давай. Блин. Ну подпрыгнуть же чуть-чуть. Ну вон, попробуй наверх. Правее еще. Ну, я понимаю, ну вот же уступчик тоже есть. Давай. Он там прям как балерон. Да он круче. А вот в таких местах ему что-то мешает. Нормально, ничего ему не мешает. Так. Допрыгнул? Допрыгнул. Ты видела там окна? О, так, сундук! Так, стоп, как внутрь попасть? Через сверху, верх, что быть? Ли? Похоже, что через верх, потому что... Все, идея фикс. Так, я застрял. Плохой ты танцор? Нормальный.
По-моему, это была плохая идея попытаться залезть на эту... На это здание. Все равно бы пришлось. Пришлось бы. О, во, о, окна. О. Так. Ну, возможно, это такая своеобразная мини-задачка. Найти способ подняться. Как собор в первой части. Да-да-да. Нычку что-то спер. Вот это мне нравится. И... Не спер, а взял в долг. Ага, еще подвернешь, да? Возможно. Ага. Лицо такое честное-честное. Прикольно. Ну, теперь давай наверх. Как-то неожиданно, я не думал, что сюда можно будет внутрь попасть. Крайне неожиданно. Да еще так полазить. И сундучки потырить. Ну, в смысле, в долг взять. Прикольно. Теперь надо понять, как выше забраться. А вот по этим штукам нельзя? Вот по этим косички можно. Косички в центре, которые вот эти крученые. А, по стеклам можно? Не, по ним я думаю, что нельзя. Так, давай, давай, давай. И еще давай. Там нельзя ничего так в долг взять. Тут был уже. Тут разве? Вроде. Нет, да, ты же спускался я ниже, вниз. Я ниже был. Залезал я ниже. Внутрь. Ну, возможно, можно. Опа. Уже пофигу. А может быть и не пофигу. Вот так, вот так. Ого. Вот так, вот так и вот так. Ну, силен. Вот, там все открыто. Все, да, все взято. Ух ты. Не, я сюда не зря залез. Определенно. Круто. Пустовато, конечно, но круто. Что, вниз? Ну ладно. Фух. Так, пошли домой. Хватит гулять. Пора заняться делом. Да-да-да. А ты кто там? Задания какие-то смотри, светится. Угу. С той стороны, что? А, вот же это. Вот. Ой, разве простите. Это эй, Эцу! А ты кто? Что ты здесь делаешь, Петруччо? Тебе давно пора спать. Мне нужны эти перья. Зачем? Секрет. Если я их достану, ты пойдешь спать? Да, обещаю. Это кто? Тайна Петруччо. Да, посмотрим, кто это. Аудиторы. Братик младший. Что ли? Какие-то у него глазки безумные. Год рождения 1600... Ой, 1463. Петруччо. Младший из детей аудитора. Вскоре после его рождения Джованни Аудиторе в письме, адресованном Лоренцо Медичи, сообщил, что его сын слабого телосложения. Очевидно, со временем его состояние не улучшилось. В 12 лет Петруччо пришлось покинуть школу из-за болезни. Записи семейного доктора свидетельствуют о том, что он был прикован к постели. Других сведений о нем нет. И можно предположить, что в конце концов болезнь погубила его.
Понятно. Болеет. Ну, ой, время идет. О, время? Где? А, вижу. Интересно, оно только пошло? А, ну. Надеюсь, да. Но здесь вроде все близко было, нет? Ты не доставил груз и не вернул. Хотя, это не факт. Оп. А-а-а. Еще две точки. Да-да-да, я вижу. Ух ты, сундучок. Черт, сундучок, я тебя потом открою. Так, и перо. Оп. 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 Крыло. А все, время кончилось. Бегу. А. За сундуком иди. Сундук, сундук, сундук. А почему? Не допрыгнул. Видимо, потому что все сделали. То есть нашли то, что нужно за отведенное время. По-моему, где-то с левой стороны, да? Вот я пытаюсь вспомнить, да, кажется, где-то. Вот. Так, зачем я слез? Оп. А, ты аккуратнее прыгай. Нормально. Ты уже одной ячейки нет. Я куплю себе здоровье за деньги. Вот они. Богатенькие. Вот, как и обещал. Граци, брат! Ты так и не сказал, зачем они тебе? Я скажу. Потом. Кто-то там еще? Там. Теперь мы можем собирать орлиные перья. Мама. Бонжорно, Эцио. Здравствуй, мама. Как ты? Sto bene. А ты? Отошел после вчерашнего? Понятия не имею, о чем ты. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной? Con piacere. Пойдем. Это недалеко. Дети такие избалованные. Угу. Всем прощается. Мне сказали, что ты подрался с Вьери. Подрался? Пожалуйста, не притворяйся. Он оскорблял нас. Я не мог этого так оставить. Ему приходится нелегко из-за обвинений, выдвинутых против его отца. Франческо Пацци негодяй. Но даже я не предполагала, что он способен на убийство. Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется. Ведь доказательства у него. Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Все хотят справедливости. Ситуация неприятная, но скоро все закончится. А он не боится у себя доказательства хранить? Судя по всему, этот Пацци какой-то не особо хороший человек, который стесняется в средствах. Плюс еще два дня ждать теперь получается. Да-да-да. Чувствую, что-то здесь не так будет нам. Слишком гладко пока идет все просто. Идиллия. Мы пришли. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Это мой сын, Эцио. Molto onorato. L'onore mio. Я схожу за картинами и сейчас же вернусь. Он очень талантлив. Imagino. Самовыражение – это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Мне есть чем заняться.
Что-нибудь помимо блуда. Мама. Значит, к вам домой? Си, си. Эцио, помоги Леонардо. Отнесите коробку. Это что ли? Ну давай. Эцио, чем ты занимаешься? Он помогает отцу. А, значит, станешь банкиром? Ага. А ты художник, верно? Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись — это прекрасно, но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, цели. Понимаешь? Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. Архитектурой или анатомией. Просто запечатлять красоту мира — это недостаточно. Я хочу изменить его. О, Леонардо, я уверена, что тебя ждет великое будущее. Виринграцио, Мадонна. Благодарю вас. Девчонки как на него реагируют. Видишь? Вау, какой мужчина. Ага. Тащит ящик. Спасибо за помощь, сынок. Можешь заняться другими делами. Было приятно познакомиться, Эцио. Надеюсь, мы еще встретимся. Анкио. Так. Так, ну что ж. Как-то пока вот вообще никакого такого чувства, что мы ассасины, там что-то такое, такая... Не знаю, вот вообще какие-то другие ощущения пока от игры. Какие-то такие задачи выполняем, помогаем своей семье. Я думаю, это специально в сравнении хотят что-то показать. Угу, наверное, да. Игра контрастов. Я думаю, на ней как раз все рассчитано. Ну, плюс ко всему, довольно-таки много информации дали уже для размышления и для додумывания. Вот эти два дня, вот эта ситуация с этими паца. Угу. Ну, кроме так того, что... нас... как минимум еще тренируют немножко, как бы, чтобы дают время освоиться с управлением и все такое. Я думаю, что-нибудь грядет в ближайшее время. Да, по-любому. Ну что ж, надеемся, вам тоже нравится, как и нам. Оставайтесь с нами. И всем пока. Всем пока.